В этот момент вы пели очень прекрасную песню.
The song started with this context, right? Context. А, очень важно, очень прекрасное значение этой песни. The context is Udilo Oruno Purobo Mahadevi. То есть, каков контекст этой песни? Udilo Oruno Purobo Mahadevi. Udilo means sunrise. Udilo означает... Purobo means east side of sky. Aruna означает восход солнца. Солнце восходит. Dijamoni Gauranga Amonijani. So, Gauranga Mahaprabhu like a sun. Итак, Dijamoni означает, что Гауранга Махапрабху, он подобен солнцу. Dija means Brahman. Dija означает Brahman. Moni, Brahman means very, very pious, auspicious. А Брахман означает очень благочестивый и благоприятный. By nature, very pious. То есть, по своей природе он очень благочестив. Dija money. Money means diamond. А слово money означает so, Brahman is diamond. That Chaitanya Mahaprabhu, because he born in Brahmin family. Шри Кришна Махапрабху, он подобен бриллианту, он родился в семье брахманов, в брахманической семье. So, Dija money, Ramani Jani. Purpose? Bhakata Samuha Raiya Sahati Gela Nazara Mahadevi. With all the devotees take with him in the town. Purpose? Bhakata Samuha Raiya Sahati Gela Nazara Mahadevi. Inside all the towns, he wants to do Sankirtan. С какой целью он пришел? Он пришел не один. Он пришел с своими спутниками, с другими бхактами. С какой целью? Чтобы устроить Санкиртану, воспевание святых имен в городе, где он родился. Is it composed by Bhaktivinoda Thakur? Татри, татри, баджалокор, гано гано тай джанжеророр, абиддатимиро. Then all gonna sachchevi sankirtan is assembled sankirtan. Mridanga is very grave, no? Tatui madalako. Grave? Grave means cha 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 cha. Grave. Эту песню написал Бхактивинод Тхакур. И во втором четверостише он пишет Татхай, Татхай, Баджалако. Кол означает мриданга. Звук мриданги звучит по-особенному, глубоко. Джадж means just vibration. Джадж означает вибрация, глубокий, проникающий звук. Such a grave. It's touching everybody's heart. Этот звук, cleaning of the dirt. Этот звук проникает глубоко, касаясь сердца, счищая всех нечистот. What is the dirt of our heart? Что же может осквернить сердце? Что нечистого это может быть? Abhidda. Abhidda means what is not important in our life, but we are thinking it is important. Avidya означает то, что мы считаем важным, но таковым не являющимся. Like no need to get a name. Например, жажда обрести славу, почести. Material gain. No need. Материальная выгода. But we are thinking it is most important for us. Это не столь важно, но мы думаем, это очень not важно. Not only for you, even for me. No. Not only for you, it is. And это не только для вас, но для меня также. I know it is even for me also. Это касается меня. I have to be recognized by everyone. Right? I have to be recognized. Means to give respect. I have to recognize, everybody should respect. То есть, я могу думать так, что меня должны принимать, узнавать, уважать. As soon as we have such tendency, you have to know, we are
not pure yet. До тех пор, пока такая склонность есть в сердце, мы можем понять, что сердце еще не чисто. Still we are in the trap of avidya, means unwanted mundane desire. Это означает, наше сердце по-прежнему в путах, материальных путах, материальных желаний. So avidya, when avidya means all this unwanted mundane desire will pass away. Avidya означает, все эти материальные желания, они уйдут. What I explained yesterday, avidya means material gain. Итак, авидья означает материальная выгода. Name. Это жажда славы, то есть, чтобы мое имя было известно другим. Material name means recognized. То есть, everybody should recognize me. What I am doing, they should appreciate. То есть, то, что я делаю, другие должны оценить это. Fault finding to others. Поиск недостатков других. Это еще один, еще одна форма проявления невежества. Criticism tendency to others. Склонность критиковать других. Не только вы видеть недостатки, но и говорить о недостатках других. Always involving negative argument. Спорить. Negative argument. Использовать негативные аргументы. То есть, ну, спорить. Argument means... It can be positive if discussion of about truth. Negative. Whatever you say. То есть споры, которые бесполезны, бессмысленны, они не основаны на поиске истины. When you have such tendency, this is called avidya. Вот когда такие склонности в сердце, можно понять, что сердце в авиде, в невежестве. Why? Because just waste of time. Просто трата времени. Just to think. Подумайте. Material name. Even the material gain, if you are gaining so much property here. Даже материальная выгода, например, обретение чего-то здесь, какой-то. We are not able to take anything from here. When you are leaving body. Почему? Потому что мы не сможем отсюда ничего забрать, когда придет время. Все останется здесь же. Are you? Ну, кто-нибудь сможет забрать? Если someone say, is it possible for you to take a needle in the heaven? Даже иголку сможете забрать от себя в следующую жизнь? It's not possible. But we are greedy for that material gain. Но тем не менее мы жаждем выгоды. To accumulate lots of gain. Хочется как можно больше приобретений. This is all avidya. Это все проявление невежества. What is vidya? Vidya means what is effective for our life. А видя означает то знание, которое то, что даст пользу нашей жизни. Effective means real, real, beneficial, effective. This is called in our life. That is called vidya. То есть то, что очень благоприятно для нас, то, что даст очень хороший плод, вот это вот видя все. Life means it's not your body. Life means it's not your body. Жизнь означает не просто вот это тело. Are you agree for that? Согласны с этим? Да. Ну, по крайней мере, открыто никто не говорит. Who is not believing? Если кто не согласен, что с этим утверждением, которое были только что сделаны. Show me the hand. How we agree? А кто согласен? А некоторые люди говорят, что после меня будет потоп, поэтому они живут сегодня и сейчас. Something after me, even can pralaik him. It's not important. What is why I'm living just now? What's now is important. After what is will be after me, it's not important. This means I can do everything. Even after me, so many bad reactions will come. What is the context? Как это связано с тем, что сказано? Ну, что, ну, пускай я там умру, ничего с собой не унесу, но здесь и сейчас я буду жить хорошо. This means what you told. Yes, we could not take something material with us to the next life.
But this also can be interpreted in this way, like, because I couldn't take with me to the like, what do I need to do? Something useful here, something like someone building towns, listen, trees, roads. First of all, you have to understand. If we think everything belongs to Lord, what I explained yesterday. But there are duties you have to perform. Чтобы все принадлежит Богу, при этом мы должны следовать своим, то есть мы должны исполнять свои обязанности. Помните, я вчера говорил, у нас есть обязанности, но выполняться должны без привязанности. What I explained yesterday, entire universe belongs to Lord. Вчера я говорил о том, что весь мир принадлежит Богу. Do everything here for Lord. И поэтому мы должны делать здесь все для Него. Big building you can make. Вы можете построить большое здание. It is your building. Но вы не должны большое. For your enjoyment. Вы можете построить большое здание, но не должны думать, что оно ваше для вашего наслаждения. It is for Lord's enjoyment. Но это для Его наслаждения, для Его счастья. Lord's servant to make it for His satisfaction. Там действует слуга, он действует ради счастья и удовлетворения своего господина. Его удовлетворения, его счастья. In that way. You can be married. You can be married, but for Lord's satisfaction. Вы можете выйти замуж или жениться, но ради Его удовлетворения. You can conceive child for Lord's satisfaction. Вы можете обрести детей, зачать детей ради Его удовлетворения. In that way, if we think, then you can say you are free from attachment. Если кто-то так действует, означает, он действует вне материальных привязанностей. Just do everything. You're doing everything for the Lord's satisfaction. То есть делать все ради Его удовлетворения. Then it will turning everything turning to bhakti, devotion. Тогда все превратится в преданность, в бхакти. Am I clear? Тебе это ясно? So nothing is bad here, but we should not be attached. Это не означает, то есть это означает, что нет здесь ничего плохого, this пока нет к этому привязанности. This material attachment is called avidya. Материальная привязанность, вот что является проявлением, то есть проявлением авиди, невежества. This attachment will pulling us again and again in a different form. Это привязанность, это то, что нас удерживает, тянет обратно. Снова. I teach actually our previous teacher there explained about that. Material attachment, which will pulling us here with different form, sometime aquatic form, sometime. И это приведет, то есть такие материальные привязанности нас приведут к таким формам жизни, как, например, водные формы жизни. Можно стать рыбой, щукой, хватать. But our human, human form, Lord, I explained yesterday, human form, we have the best intelligence and we have free will, no any instinct. Но человеческая форма жизни – это лучшее из того, что здесь есть. Помните, вчера объяснял? Потому что человек может подняться над инстинктами, преодолеть то, что не могут преодолеть животные. Больше свободы, свободы выбора. We have to apply the intelligence properly. Нужно правильно применить свой разум. And gradually become free from all attachments. И постепенно освободиться от всех материальных привязанностей. As soon as we become free from attachment, then we are eligible to deliver us from this material world. Как только we become qualified to enter the Golok Vrindavan. Как только мы освободимся от материальных привязанностей, мы поднимемся над этим миром и получим возможность, способность войти в высший мир, Голоку Вриндаван. Well, yesterday I asked all of you, what is your ultimate goal?
ultimate goal to be eternally blissful. Помните, вчера я задал вопрос вам о том, какова ваша конечная цель. И эта конечная цель — быть счастливым, блаженным. Eternally blissful place only one. Вечно быть счастливым, вечно блаженным. И есть только одно место, где это вечное блаженство присутствует. That is Goloka Vrindavan. Это место называется Голока Вриндавана. So from the Goloka Vrindavan is Harinama appear. Именно оттуда, с Голоки Вриндавана, в наш мир пришло святое имя Харинама. What is Харинама? This divine loving wealth of Goloka is Харинама. Святое имя Харинама — это божественное богатство того мира, высшего мира. Therefore we can see that song is there. Голокера Примодхано Харинама Санкиртана. Поэтому вы должны быть слышали этот стих. Голокера Примодхано Харинама Санкиртана. Therefore if we chant Hare Krishna Mahamantra without offenses, all avidya will pass away. All the unwanted, wanted desires pass away. Если повторять святое имя без оскорблений, тогда вся авидья, то есть все невежество, оставит сердце навсегда. Авидья тимира. Тимира means dark. Авидья make our knowledge, make our focus, make our consciousness, everything dark. Dark is illusion. Авидья тимира. Тимира означает невежество, тимира означает темнота. Когда авидья покрывает разум, сознание, то все становится, все погружается во тьму. Это мир иллюзий. Avidya is illusion. It's dark. Illusion is dark. То есть, you cannot see what you have mistake. Иллюзия, рожденная во тьме, потому что авидья, невежество. Always we will say, I am right, I am right, I am right. But our meaning of our life, human life, is to be free from illusion, to progress ourselves, to practice ourselves, to become, gradually become free from avidya, means dark. Illusion means to think I'm right. Illusion means everything which is wrong. Actually, I'm thinking I'm right, but it's... То есть иллюзия — это заблуждение, когда человек совершает так много плохого, неправильного, но при этом думает, я хороший человек, я поступаю правильно. Это все иллюзия, пребывание во тьме, невежество. Therefore I'm asking these questions. Who believe that life, our life, is not like a body? Поэтому задал вопрос, кто верит в то, что наша жизнь — это больше, чем это тело, то есть это то, что... Body is not our life. Body is like a cage of our life. В действительности, тело — это не жизнь, это клетка, которая закрепощает эту жизнь. Who believe that? Кто верит в это? So who you are? То есть тогда кто мы? So, душа. Душа. Right? Правильно? Правильно. Good, правильно. So my next question to you. If I ask you how much you have your height, what will you say? How much you? You have your height. 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 Height means length. Now how much you are? Height, H-I-G-H-T. I understand. 1 meter 80 centimeters or higher? Anyway, height means height. I don't know your language. Height. How much your height? То есть, тогда каков ваш рост? Если вы душа, то какого роста вы душа? She's telling one divide on 10,000 and less than... Wow, that's good.
Чого асастра це? Балак до сватовгаса, шатода калипіта ща. Це хорошо так говорить часто. Come over here, if you divide it 100 times, and then one, you can make again the 100 times. That is called the size of our душа. Шастра говорится, размер души можно определить вот так. Если взять кончик волоса, поделить его на 100 частей, потом разделить их еще на 100 частей, вот душа вот такого размера. Usually, usually what you say? 1 meter, something. And 1 meter, well, whatever. There. Size of the body, they are telling. Когда, иначе, если мы будем мерить 1 метр или больше, там это размер тела. So this is the consciousness still stuck. We are body. Но поскольку сознание оно там, оно, кстати, запуталось. Stuck means it is still instinct. Means Майя influence is still there. Под влиянием Майя Деви душа находится в теле. Оно как stick, значит как. Запуталась, застряла, да, хорошо слово. So you are traveling lots in India, why you don't know what the English comes? Anyway, listen. I understood. We can stuck in the in the road, then in many rickshaws. Yeah, stuck, yeah. And couldn't move. Traffic. Yeah. Stuck, like that, yeah. Anyway, so look. That so avidya timiro tapona rupe in the middle of the influence of maya this lord of maya is shan is supreme lord krishna and krishna appeared in the form of chaitanya mahaprabhu так мы находимся здесь в царстве майя. Здесь повсюду ее влияние распространяется, а он, Шри Кришна Махапрабху, является ее господином, тот, кто ей повелевает. So why? Because he is chanting such mantra, Hare Krishna Mahamantra, which is removing all the, is eligible to remove all our avidya. Он, повторяя святое имя, способен освободить нас от любой майи, от любой иллюзии. If we chant with faith. Конечно же, если мы повторяем с верой. If we just give some excuse, so I don't have time to do that. I'm not feeling inspiration to do that. Мы можем найти какое-нибудь оправдание себе. У меня нет вдохновения, у меня нет времени на это. Sometimes I heard that devotee they are thinking. When I feel inspiration, I will chant. Иногда преданные думают, я встретился с подобным представлением, иногда преданные думают, вот когда у меня будет вдохновение, тогда буду повторять Святое Имя. Isn't it? Так ли? But if it is so, their understanding is right, then I can say, if you want to learn swimming, first you swimming, then you touch water, or first you touch water, then you can learn swimming. Тогда, в таком случае, я спрошу о том, то есть, я могу подвергнуть сомнению их логику, на другом примере, аналогии. Как научиться плавать? Сначала должен научиться плавать, а потом, так сказать, войти в воду и применить это знание. Или сначала должен соприкоснуться с водой, а потом смогу научиться плавать. То есть, войти по воду, там научиться. Как правильно? Что первое? Is it possible? Можно ли научиться плавать, не коснувшись воды? First of all, we have to know. Why we are not feeling any inspiration to chant? Сначала мы должны понять, почему мы не испытываем вдохновение на повторение Святого Имени. There is some problem. What problem? Итак, в чем сложность? All this avidya. Все это с авиди, невежество. Sinful reaction. Последствия греховных поступков. Then recognition is stuck. Мы застряли из-за этого. Recognition. Then distinction is stuck. Distinction means our rock. Just like a difference between I am a Tilpitaka. Prarabdha karma.
I am better than you. А, то есть такие мысли, я лучше, чем ты. А, distinction, material, well, material name, everybody should appreciate me. То есть жажда, чтобы уважали. Вы должны знать мое имя, кто я такой. And therefore, yeah, you know this. If you want to, if you want it, then your tendency will appear automatically to criticize others. If you want it. If you want recognition, material name, then your tendency will appear to criticize others. То есть, а если в сердце есть желание, чтобы другие вас возносили, уважали и так далее, говорили о том, насколько вы превосходите других, тогда будет в сердце также проявится склонность критиковать, находить недостатки в других. You understand what I'm saying? Then negative argument. Тогда проявляется желание спорить. Именно в негативном смысле спорить. This is all of it, the symptom. Все это признаки невежества. Real Vaishnava can see that they are arguing. They are always absorbed. Vaishnava, у Vaishnava нет времени на споры, они погружены. They are always absorbed. Постоянно погружены. I can give an example. I think all of you know the name Pallava Acharya. Я приведу пример. Я думаю, что вы знаете имя одного из наших учителей, Валлабха Ачарья, одного из великих святых. Валлабха Ачарья. Do you know that? Слышали про Валлабха Ачарья. Валлабха Ачарья, Рупа Госвами, one of our great teacher, Рупа Госвами. А также про Рупа Госвами. And his disciples, Джива Госвами. И его ученики, Джива Госвами. Problem very nominal and logical. Nominal means minimum. No problem actually, but это то есть no. Когда нет никакой проблемы, то есть нет никакой сложности, незачем спорить. Logical. You know, logical means argument was right. But I can first of all I have to explain. Then you can understand the actual meaning of nominal and also logical. Yes, because I'm not listening. So this Vallabha Acharya came in Vrindavan and he was, it was summer time, he is going to take bath in Jamuna River. Vallabha Acharya came to Vrindavan. Да, он прибыл во Вриндаван, это было лето, и он собирался отправиться на Ямуну с принятием омовения. Then Vallabha Acharya saw there is just a heart of Rupa Goswami. И он увидел хижину Рупа Госвами. As soon as he entered in the heart, heart means HUT heart, a small kuti. Bhajan kuti. So that heart, he, as soon as he entered, then he saw Jiva Goswami pass, Sri Jiva Goswami, he take a palm leaf fan and putting his some air just to make his Gurudev become comfort. И когда он увидел хижину Рупа Госвами, он вошел внутрь и увидел, как юный Джива Госвами, используя пальмовый лист, омахивает своего учителя Рупа Госвами. For his Gurudev was comfort. Ради его благополучия, чтобы ему было удобно. As soon as Vallabha Acharya entered, Rupa Goswami, out of, no, he is senior devotee. Vallabha Acharya is senior devotee. So Rupa Goswami say, I compose on books, Bhakti Rasamrita Sindhus. But I compose also these books, introductory slok. Could you please check the slok is right or wrong? Когда Рупа Госвами заметил Валлабху Ачарью, он принимал его как своего старшего. И поэтому он сказал Валлабху Ачарье со смирением,
Я написал книгу, которая называется «Бхактирасамрита Синдху». Пожалуйста, посмотрите вводную шлоку, тот стих, тот стих, с которого эта книга начинается. Да. Yeah. Good translation, huh? Okay, then good. So then, shloka was bhukti mukti spriha pisachi ridhi vartate. Bhukti means enjoyment, mundane enjoyment tendency, bhukti. Mukti means liberation. Spriha means attachment. These all are which means pisachi, no? Means ghost. Which? We have different type how to translate. Anyway, этот стих начинается с таких слов. Бхукти-мукти пишачи хриди вартате. То есть, бхукти означает чувственное наслаждение, мукти – это желание освобождения, а пишачи переводится как, может быть, если дух, злой дух, или иногда переводится на русский язык как ведьма. Which? Vishnu. This is, you know. So as soon as Bhakti Vallabhacharya heard it, Pishach Bhukti Mukti, he immediately complained. So you are talking about Bhukti Mukti is Pishach, which? No, it is not right. Please change it. After that, he went to take bath in Jamuna River. Как только Валбачарья услышал первую строку «Бхукти мукти пишачи хриди вартате», то есть что «бхукти и мукти», то есть желание наслаждаться и освобождение, точнее даже так, наслаждение и освобождение, злой дух, пишачи ведьма, он сказал: «Не-не-не, это нехорошо, надо исправить, а я пойду омоюсь в Ямуне». Нехорошо. So, then Jiva Goswami Pada, as his disciples of Prabhu Goswami, this someone say, his Gurudev is not writing right things, wrong. But logically it is right. Spriha means attachment of bhukti mukti. It is pisach. But Vallabhacharya is thinking bhukti mukti is pisach. То есть, если подойти формально к вопросу, то есть буквально бхукти-мукти, то есть чувство наслаждения и освобождение – это злой дух, то это неправда, это не так. Поэтому Лачарь сказал об этом, что это нехорошо, не неправильно. So what happened? Jiva Goswami Pada followed Vallabhacharya. И что произошло дальше? Джива Госвами последовал за Валлабхачарьей на Ямуну. Валлабхачарья taking bath in Jamuna. Then Jiva Goswami Pada says, if you don't mind, I would like to tell you one thing. What you pass your comments, my Gurudev was wrong. Actually, my understanding, my Guru is right. И он получил возможность и подошел к Валлабхачарье и сказал: если не возрождаете, я хотел бы кое-что вам сказать. Я думаю, что мой духовный учитель написал все правильно, потому что таково настроение ученика, он воспринимается у духовного учителя как совершенное существо. Nature of Vaishnava was always not to argue, always be humble and find solution and make life very simple. Обычно природа Вайшнава такова, что он не спорит, это не его природа спорить. Он находит возможность примирить все возможные противоречия, которые существуют, чтобы спокойно продолжать свое баджан, свое служение. Сузения. Служение, сервис, баджан. Сузения. So anyway, look. So Vallabhacharya said, Baba, you go ahead. Tell me. What I made mistake, and what Bhagavatam right? How it is? And as you say, you are maybe you think that bhukti mukti, my Gurudev wrote bhukti mukti each which, but it is not. You have to think about, please think about this one word there,
Sprija. Sprija means attachment. Attachment with enjoyment, mundane enjoyment, and liberation. That is, my Gurudev say, it is Pisa, which. Then Vallabhacharya say, yes, you are right. I was wrong. You are right, right. Тогда Валабхачарья предложил Джива-сане объяснить слова своего духовного учителя, каким образом можно понять по-другому написанное. И тогда Джива-сане сказал, там написано «Бхукти мукти сприха ява». Вот это слово «сприха» указывает на то, что это не просто чувство наслаждения и освобождения, но жажда этого, вот это становится тем злым духом, который преследует душу. Когда Валабхачарья подумал это, он сказал, да, это правильно. Привязанность, жажда. I told, I translate, not attachment, but eagerness. For me, it's more the same. Anyway, I don't know what you're speaking. I translated eagerness for mukti and bhukti. And I don't tell you anything. Anyway, listen. So, then Balabhadra will say, yes, you have talent. Валабхачарья glorifying Джива Госвами. Тогда Валабхачарья услышал такое объяснение, согласился, что ты прав. Он прославил Джива Госвами. Then Валабхачарья on the way back, he again entered to Rupa Goswami's heart and explained, oh, your disciple is talented. И когда он is talented. Когда он вернулся к Рупе Госвами, вошел в хижину, он воскликнул, о, Рупа Госвами, твой ученик такой одаренный, такой талантливый. And Rupa Goswami asked him, why? Why you say so? Because I made mistake to tell you that change the topics, context. И Шрила Рупа Госвами спросил, почему? Что он такого сказал? И Валабхачарья сказал, ну, когда я прочел ваш вводный стих, вашу книгу Бхактарасамрита Синдху, я нашел там неправильное, но он объяснил мне, как правильно. My understanding was wrong about the slow. Мое понимание было неправильным, когда я прочел. But your disciple Jiva is talented, he just rectified me. Но ваш ученик такой талантливый, он помог мне исправиться. So keep the slow as it is, no need to change. Поэтому оставьте то, что этот стих таким, как он есть, не нужно его менять. Just simply. Left. Then Jiva Goswami came, then Rupa Goswami says, this is not the etiquette of Vaishnavas, to speak against any senior devotee. И когда Jiva Goswami вернулся к Рупе Госвами, Рупа Госвами сказал, это неправильно, Вайшнавы так не ведут себя, это не соответствует вайшнавскому поведению спорить с старшими. Because of this tendency, so Jiva Goswami was not eligible to be in Vrindavan. Из-за этой причины Джива Госвами было не разрешено остаться в Вриндаване. Therefore, Rupa Goswami said, "You should go back to home." Поэтому Рупа Госвами сказал, ты должен вернуться домой. So Jiva Goswami, he says, when he was thinking that I don't like to go back to Vrindavan. But Rupa Goswami Pad never allow, never ever excuse Jiva Goswami Pad. Jiva Goswami said, I could not left. Not, he never said to him. But in mind he was thinking, I don't like to go back to Vrindavan. In mind, he never said to Rupa Goswami. In mind he said, I don't like to go back to Vrindavan, go back to home. Yes. То есть, хотя внешне Джива Госвами не выразил никакого несогласия с Рупа Госвами, своим учителем, но внутренне он сказал сам себе, он думал так, я не смогу оставить Вриндаван, я не смогу вернуться домой. No. So what he does, he just choose a place in Vrindavan. Inside a jungle, jungle means
so many thorn tree. Thorn creeper. No, thorn? Thorn creeper, so many surrounding. He was just in the summer time. He was just chanting, Gurudev, and crying. И он выбрал себе такое место для жизни на берегу Ямуны, в джунглях. То место было окружено колючками, то есть такими растениями, которые были очень колючие. И он повторял там Гурудев, он звал к своему учителю. Yes, he was just not taking anything, no water, no food. So Brajavasi, all the Vrindavan residents, they are very, they saw it and they feel astonished. They send Madhukuri to him. He is not accepting anything. Just always crying and chanting Gurudev. Even his entire body was blistered all over because of a huge heart, you know, Vrindavan heart means. Blister means, you know, when you walk. Вот в этом состоянии разлуки со своим духовным учителем Джил Гасвами взывал к нему, о Гурудев, и он ничего не ел, ничего не пил, шли дни. И местные жители были изумлены, увидев такое поведение, такие действия Джил Гасвами. Они приносили ему мадукари, то есть они приносили ему какие-то продукты, но это все оставалось нетронутым. Он не ел и не пил. Из-за чего он заболел, его тело покрылось язвами. От жары просто, он показывает, что поскольку было жарко в Вриндаване, то когда подпиться, скажем так, не язва, скажем, подпиться, и то тело было покрыто этими ранками. То есть из-за жары его тело покрылось ранками там. Yeah, so blister. Is it possible for you to do chant, even this, for you to chant Gurudev when you blister out of heart? Вы сможете также повторять имя своего учителя, взывать к нему, когда ваше тело сильно страдает? I think Indra Baba can do that. She can do that because I saw whole nights you are chanting in Kahol Karti month. Индраправда сможет так, я видел, она всю картику повторяла святое имя. Правда. Well, I saw, I gave her a service to chant in front of my Gurudev, Samadhi. They should chant from 2 to 4, right? 2 to 6, right? Night 2 a.m. to 6 a.m. From 2 a.m. to 6 a.m. Yeah. Я дал служение повторять святое имя в самадхи моего Гурудева, Шри Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, с 2 утра до 6 утра. 24 hours chanting going on. In самадхи 24 hours, some of chanting going on. То есть там все время кто-то повторяет святое имя в самадхи. 24 часа в сутки происходит. Entire month. Так весь месяц. Это правда. Because I got report, you know. I was not there, but I got report in Europe. Мне рассказали. So anyway, listen. So Jiva Goswami Pada was crying so much. So all of a sudden, Sanatana Goswami Pada came to that area for Madhukuri purpose. Однажды в это место пришел Шри Санатана Госвами Пад с целью попросить Мадхукари. Санатана Госвами Пад, you know, this style to collect Madhukuri in front of the door is supposed to say in Vrindavan, Radhe, such way expression. Знаете, как это происходит, как собирают святые люди во Вриндаване саду? Мадхукари, то есть пожертвования, они подходят к двери домохозяина и восклицают «Радхе!». Even I did. Я тоже так делал. When I go to Govardhan, this, you know, Govardhan Parikrama, most of the time I did Мадхукари.
But Madhukuri is removing all of our false ego. Я тоже так делал, когда совершал паломничество, обход священного храма Гавардхана в Вриндаване. Почему Вайшнава это делает? Потому что такое действие избавляет сердце от ложного эго. They are not refusing. Whenever you go any house, they are not refusing. So astonished. I feel astonished just if I go one house, just say, Radhe, is there any possible to get in chapati from you? Yeah. Then so many houses from window, so many women showing their face and telling me, please wait a little bit, I'm bringing chapati for you. Это изумительно, как это происходит. Они не ответят вашу просьбу, те люди, которые живут там возле склона Гавардхана. Когда подходишь, зываешь Радхе, тут же открывается множество окон в домах, женщины глядят, спрашивают, и просят, пожалуйста, не уходите, подождите, сейчас мы что-нибудь принесем. It's astonished. I feel astonished. Then in 5 minutes I am getting 16 pieces chapati. Я просил одну чапати. Not only chapati, but hot with ghee, clarify water, pure ghee. И я просил просто чапати, то есть такую сухую лепешку из очень простого теста. Но они тут же появлялись и носили 15-16 лепешек, причем хорошо сделанных, с ghee, с маслом. Buttermilk. Then pickles, you know. А также lemon pickle, amla pickle, means gooseberry pickle. You know, amla means pickle. Pickle means like a закрутка, типа солено. Это made from mango. Пикли. Made from mango. Yeah, амбла means gooseberry. Типа шенджики, ты только с манго. Амбла. Амбла means gooseberry. Манго. Ну, амбла means манго. Амбла. Амбла это... Gooseberry. English for gooseberry. То есть есть такой фрукт, то есть вы не только чапати, то есть лепешки, но также то, что попить, что называется пахта, напиток из пахты. And the lemon. А также какую-то соленость, сделанную из местного такого очень кислого фрукта, такого небольшого размера, называется амла, очень полезный. Also lemon. Также лимон. So I have so many charms, so many pickles, and gourd, you know, gourd means sugar cane, and gourd means melash. Melash is sweet, gourd. Yeah, this is sugar cane juice, boil. Yes, it appears very sticky. Также они выносят гур. Гур — это нерафинированный сахар, можно так сказать. То, что уваренный сахар на тростик, но это не сахар. In 5 minutes. За 5 минут. So, Sanatana Goswami Pad came to that area where Jiva Goswami Pad taking such vow, he will die with the chanting of name Gurudev, Gurudev. He will not accept anything. И так Санта Госвами пришел в то место, где Джива Госвами был готов умереть. Но в разлуке он не принимал ничего, не ел, не пил, он готов был умереть, взывается вот такой учителя. So what happened? So Санта Госвами came to one home. Householder was a little busy. Санта Госвами was just chanting, Radhe! In that way, shouting, that's why. Then householder say, wait, little bit, wait. И так Шрила Санатана Госвами подошел к одному дому и позвал Радхе. В этот момент домохозяин был немного, и домохозяйка была занята. Ему сказали, подождите немного, сейчас. Not the magazine, the house. No, I told house, not magazine. Okay. Я сказал магазин, да? Домохозяйка. Да, I told домохозяин means householder, домохозяйка means anyway, I don't know Russian, but I know a few words. Я не знаю русский, но несколько слов. So anyway, listen, what happened was tendency to collect Madhukuri, to wait until that time period, how much time needed to to milking cow from one cow, when cow milking, only that much time, maybe 3-4 minutes. If the 3-4 minutes over, it should go another.
То есть сколько нужно подождать в таком случае, когда просят? Ну, столько, чтобы домохозяин и домохозяйка могли подоить корову, чтобы предложить это молоко саду этому человеку. So потом it, следующий дом. It is going to over, going to be over. Therefore, Sanatana Goswami again say, shouting, Radhe! Then that householder say, whatever Baba you are. И чтобы поторопить домохозяина, Санта Гасами еще раз произнес Раде. А домохозяин сказал, ну что за саду ты такой? Что за святой? I told you to wait. Я же подождал, сказал, я подожди. Why you become hurry? Чего мне торопишь? Look, there is a Baba. This Baba, he's not eating last few days, nothing. We gave him so much madhukuri, he's not eating, he's always chanting. Gurudev, and so much blister on his body. He's not drinking water, he's not drinking food, nothing. То ли дело, вот у нас Баба живет, Баба это тоже святой человек по-другому. Баба буквально означает отец, святой отец. Вот он уже несколько дней ничего не ест. Мы ему приносим, он ничего не трогает. Он все время называет Гурудев, болеет, страдает, но при этом все равно не ест и продолжает повторять, звать своему человеку. Рабен, Сватану Сумат Аскин. Where is Baba? Then they saw this jungle, you can see Baba's nature. Always chanting Gurudev and with full of tear. Санта Гасами сразу заинтересовался, а где этот Баба? Они говорят, вон там, он в этом лесу. Он там постоянно повторяет Гурудев и плачет. Санатан Госвами took the Madhukuri and went to the jungle. Then he saw that Baba is Jiva, his nephew Jiva. И тогда Санта Гасами взял Мадхукари, то есть то, что вынесли ему лепешки и так далее, и пошел туда, в лес, и увидел, кого он там, он увидел своего собственного племянника, Джива Госвами. Then Санта Гасами asked him, why you are doing so? Then Джива Госвами explained all the fact. After hearing all the fact, Sanatana Goswami came to Rupa Goswami. Увидев своего племянника, Sanatana Goswami спросил, вот Джива, что ты здесь делаешь? Почему ты так себя ведешь? Зачем все это? И Джива Госвами объяснил то, что произошло, как Рупа Госвами его прогнал за Вриндаван. И тогда Sanatana Goswami обратился к Рупе Госвами. The Rupa Goswami was described. You know this. That person is eligible to be in Vrindavan who has no tendency to argue, to involve any argument with senior devotees. But he did so. И Санта Гасами спросил у своего младшего брата Рупа Гасами, почему ты так поступил со своим учеником Джива Гасами? И он объяснил, потому что во Вриндаване могут жить только те, в чьем сердце нет склонности спорить со старшими. А Джива Гасами, у него есть такая склонность. Then Sanatana Goswami said, okay, this etiquette of Vaishnava's etiquette like this, but also one more etiquette, Vaishnava's etiquette, to showing compassion. Compassion to all living beings. To Jivas. All living beings, to Jiva. Санта Гасами согласился с этим и сказал, да, таково поведение Вайшнава, вайшнавский этикет. Но есть и другая сторона вайшнавского этикета. А вайшнавы проявляют сострадание ко всем живым существам. So living entity means jiva. Then Sanatana Goswami has used this term. Jive daya tava parama dharma. Jive daya tava. Means if it is the etiquette to bestowing compassion to all living beings, jiva, then where is your compassion towards Jiva Goswami? И дальше Санта Гасами сказал, поскольку это также поведение вайшнавов проявлять сострадание Джибидоя ко всем живым существам, дело в том, что на санскрите живое существо – это джива. Так на санскрите звучит живое существо – джива. Он говорит, почему же ты проявляешь сострадание ко всем, но не к дживе, к своему дживе? Because Rupa Goswami is junior, by age junior than Sanatana Goswami.
Шрила Садхана Госвами так говорил с Рупа Госвами, потому что Рупа Госвами младший его, младший брат для него. So take back all his argument, then accept Jiva Goswami. И тогда Санта Госвами привел Джива Госвами, и Рупа Госвами принял своего ученика вновь. Because Санта Госвами explained, if you are not accepting him, he'll die. I saw him, this Satsi Jesus. Если он, Санта Госвами объяснял Рупе Госвами, если ты не примешь своего ученика обратно, он умрет. Я видел, как он живет. Он не ест, не пьет, просто плачет и зовет тебя. Therefore, I'm telling you, that Vaishnava tendency always involve positive, you know, positive energy, positive argument, not negative. Vaishnava, их действия всегда приводят к хорошим результатам. Они ориентированы на нечто позитивное, конструктивное. Они не будут тратить свое время на, просто потому, чтобы поспорить, чтобы показать, я знаю. When you have negative tendency, you have to know, still Abhidha stuck. А если такая склонность есть, означает, что сердце, мое сердце по-прежнему находится в невежестве. As soon as Lord bless, Lord appear, like you, in a dark room, if we just put one lamp on, then you can see all darkness pass. И для такой дживы, которая находится в невежестве, появление Верховного Господа в жизни этой дживы, этой живого существа, будет потом тому, как в темную комнату занесли или включили там лампу, или светильник занесли. Все, сразу же тьма рассеивается. So, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. Right? Vrindavan Krishna. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Он Кришна. Кришна Вриндавана. Hare Krishna Mahamantra is embodiment of Radha Krishna in Vrindavan. И Hare Krishna Mahamantra – это воплощение Радхи Кришны во Враджа. So Vrindavan Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu and chanting Hare Krishna Mahamantra with all the devotees. И когда Чайтанья Махапрабху, то есть сам Кришна Вриндавана, собирается с вайшнавами, они поют Hare Krishna Mahamantra. Purpose to remove all the darkness. Чтобы рассеять все невежество, влияние иллюзий майи. Only one purpose. Только с этой целью. So look, so this is our goal of practice: to chant attentively and remove all our darkness. Такова наша цель. Повторять Святое Имя и очистить свое сердце от всего невежества, от всей тьмы. Then we can establish such mind, not to involve any negative energy. Тогда наш ум утвердится в позитивном. Not to involve any negative energy. То есть тогда никакой какой-то отрицательной энергии не войдет в наше сердце, в наше сознание. Because negative energy, most of the time, is pulling us to down. Потому что негативная энергия, она постоянно стягивает вниз. To down means whatever, you know, the commit, you know, when the negative energy there, always you can see people may commit offense, which is obstacles for our for our practice. То есть, под влиянием негативной энергии проявляется склонность, оскорбительная склонность, спорить с старшими, например, то, что приводит к падению. So holy name chanted by Supreme Lord and instructed by Supreme Lord to us to chant, for chanting. То есть, Верховный Господь, воспевая Святое Имя, дал нам наставление делать то же самое, повторять Святое Имя, воспевать Святое Имя. And holy name is not different from Radha Krishna. И это Святое Имя не отлично от Радхи и Кришны. And holy name, you know, is actually Paramatma, also in our heart. Также Paramatma, то есть сверхдуша, постоянно пребывает в нашем сердце. Like a match box and match sticks.
Did I mention? Okay, you know this fire, make fire? Match. Match box, mm-hmm. a match stick. Mm-hmm. Match sticks, both are ignitable, you know this? They match in such a way that by using both they can... This is called ignitable. Ignitable. Means by between them, how we make fire? I don't know, it's not ignitable. Ignitable means actually which metal, just to friction means... But they... Rubbing, it becomes make fire. Я просто пытаюсь понять, просто есть такое слово комплементарное, может быть, я правильно понимаю. То есть то, что созданы друг друга, они используются друг друга. То есть спичи сделаны таким образом, что у нас есть коробочка, где есть специальная поверхность, и есть спичка с головкой серой. Они сделаны так, что мы чиркаем и получаем огонь, из крана получаем огонь. So, beside matchbox, there is a ignitable stuff there. Matchstick or say ignitable stuff there. The heart is like a matchstick, and matchbox is like a holy name. То есть вот подобным образом, вот если спросить такую аналогию с коробкой спичек, да, то вот эта спичка, да, то есть головка серого, то, что должно загореться, это наше сердце, душа. И то, что должно, обо что зажигается спичка, на коробке, да, полоса, которая чиркает, это святое имя, то, что зажигает сердце. So attentive chanting means just fixing the matchbox and matchsticks. То есть... Fire come. To the matchstick means fire, means appear Lord in our heart. То есть вот это all the darkness passes. Тогда продолжать ногу, чирканье, когда мы можем самим чирканье спичкой по коробке, это повторение святого имени, попытка разжечь огонь в сердце. So this is то God. Есть когда это огонь, это означает что? Означает Господь проявляется в сердце. This message is given by Bhaktivinoda Thakur in this way. Таково послание Бхагаватам. Ghana ghana tahe jhajrarol abiddati miro tapana rupe ridhi gagana viraj. Ridhi gagana means heart. Appear. Who? Ridhi gagana means sky, heart. This is a body. Heart like a body, like a sky. Inside body there is a heart. Who appear? That sun appear. As soon as sun appear, then all darkness gone. But is, you know, this explanation of the sun is very philosophical. То есть хрит гагами означает хрит означает сердце. И мы можем сравнить наше тело, наше сердце с небом. И когда Святое Имя восходит в нашей жизни, подобно солнцу, которое восходит в небе, в данном случае в сердце, это очень прекрасное послание Бхагавата Такура, выраженное в форме песни. Песня имеет глубокий философский смысл. You have to read very carefully, then you can see. No need to read so many shastra. Just to read his song, his small books, then it's like a condense of entire shastra. Нет необходимости изучать многие священные тексты. Достаточно читать вот такие небольшие сборники песен, написанных Бхагавата Такуром, Натам Такуром. В них все учение, все знание в очень концентрированной форме. Am I clear? Это ясно? Abhidda is pulling us always down to the material world with a different form. Sometime aquatic form, sometime tree, plant, stone form, sometime reptiles form, sometime birds form, sometime animal forms. То есть видеть Тимира означает, что невежество тянет нас вниз, куда в различные низкие формы жизни, водные формы жизни, насекомые подобные формы жизни, животные, птицы, растения. So apart from human, whatever form we are getting, it is impossible to deliver ourselves from this abhidda. И в отличие от человеческой формы жизни, все остальные формы жизни не способны даровать нам освобождение от страдания, от невежества. Only human life it will perform because they are
They have intelligence, they have nature, is not instinct. It's flexible. Потому что только человеческая форма жизни предоставляет свободу выбора, свободу от инстинкта. Because human can be demon by nature. Human can be pious, devta means goddess. Потому что человек имеет такую свободу выбора, он может стать как демоном, разрушителем, богоборцем, так и божественным существом, богом с маленькой буквы, девата, сияющее существо. If human get proper association, human can be better than devata. В действительности, благодаря благоприятному общению, человек может превзойти богов, девот. And human, if they get improper association, they can be more ferocious than a lion. Но если этот же человек будет находиться в нехорошем общении, в плохом общении, он может стать более страшным, так сказать, более злым, чем разъяренный лев. So I use this terms association. So human nature based on association. Я использую слово общение. Человеческая жизнь основана на общении. So intellectually, if you think the essence of your life, so what will do? Will you accumulate more avidya, or will you remove all avidya and bring Lord in your heart? То есть, что является сутью нашей жизни? Что мы делаем? Мы увеличиваем нашу авидью, то есть наше невежество, набираем его, или наоборот, освобождаемся от невежества? What? This is my question for you. Это вопрос к вам. In the problem is that, I don't understand. You're asking what we are doing now or what we must do? My question was that, not like that. Mm-hmm. What we are doing, you have to continue, but attentive. Then all the avidya will pass away. То, что мы делаем, мы должны продолжать делать. Но должны делать внимательно, тогда авидья, невежество уйдет из нашей жизни. So we are chanting right now, right? То есть мы же повторяем святое имя. It has to be, we have to follow the footsteps of our previous teachers. Следуя по стопам предыдущих учителей, ачарьев. Then how Jiva Goswami, Rupa Goswami act? What I explain one fact. Как действовали Рупа Госвами, Джива Госвами? Jiva Goswami was not wrong, right? He was trying to make Vallabhacharya understand that his understanding was wrong, but his Gurudev was right. То есть Jiva Goswami, то, как он действовал, тоже было правильно. Он показал, что его духовное совершение, его слова совершенны, что он был прав, а Vallabhacharya оказался неправ в данной ситуации. When you do anything right in this material world, you may feel so many obstacles. When you do anything right, we may feel so many obstacles. Если мы будем действовать правильно здесь, на Земле, вообще в нашем мире, если мы будем действовать правильно, мы встретимся с множеством препятствий. Мы почувствуем эти препятствия. Это будет непросто. You are chanting. Вы повторяете. This government accept? Нравится ли это правительство, которое... Your parents appreciate? Вашим родителям? Grandparents, what they say? Hey, Krishna, it's bad. Во множестве случаев вы можете слышать, как родители говорят своим детям или другим родственникам, что Hare Krishna так плохо. Because if they're Christian, they're Jesus. If they're atheist, they say, God does not exist. Атеисты скажут, что Бога нет. Right? Isn't it or not? Так ведь? It's not easy. Whenever you do anything right, to go into a right direction,
Поэтому идти по пути праведности, по праведному пути всегда непросто. Illusionary energy, it will appear with different form and give you wrong conception and take you away from the right path. They will try to take you away from right path. Если кто-либо пытается идти по пути праведности, то сама иллюзорная энергия появится на пути. Она будет все время проявляться разными способами, чтобы она найдет бесконечное множество способов увести его с этого пути. So Radharani was not wrong, right? Radharani, whatever she does for Krishna, everything right. Shrimati Radharani, все, что она делает, правильно. Правильно. But Shrimati Radharani criticized by her mother-in-law Jotila and sister-in-law Kukutila and also brother-in-law Durmukh. Constantly criticized her. Durmukh? Тем не менее, несмотря на то, что поведение и действия Шримати Радхики совершенны и безупречны, а ее, как это называется, свекровь, да, и дочь свекрови, и также сын свекрови, постоянно находят поводы, чтобы критиковать ее, чтобы находить какие-то недостатки, упрекать ее за то или иное, как им кажется. They're blaming about her chastity. Они все время упрекают ее в том, что она не целомудрена. If some chaste woman told by someone, your chaste, you have no chaste, you are not chaste. So what they feel? Если they feel angry. Если есть целомудренная женщина, по-настоящему целомудренная женщина, и кто-то будет ей говорить, что ты не целомудренна, что она почувствует? Она ей это не понравится, она будет разгневана. They will not see their face. If you are chaste, if someone claim your chastity. In your mind, it is that I should not see his face because he unnecessarily blamed my chastity. Если кто-то действительно проявляет верность по отношению к своему мужу и так далее, каким-то, потому что целомудрие может быть не только по отношению к мужу или к жене. Вот. И кто-то будет упрекать вас среди вашего окружения, что вот этот человек не целомудрен, он неверен. То, что будет думать такой человек, что такая женщина будет думать, ей это не понравится, она говорит, я не хочу даже смотреть лицо этого человека. Such huge blame, rather than intolerant. Purpose to make Krishna happy. Но, тем не менее, Шримати Радхика, она выносит это постоянно. Ради чего? Ради кого? Ради Кришны. Is it possible for you to do that, such? А для нас это возможно? If your parents say, hey, why you are chanting Krishna's name? Okay, what to do, Maharaj? It is too much obstacles, I just stop chanting. Если наши родители будут против того, чтобы мы действовали так, как мы хотим действовать, то есть все по божественному пути, они будут запрещать нам повторять святое имя, тогда вы скажете, Махарадж, так много препятствий, я не могу повторять святое имя. Isn't it? Exactly. Therefore, this such a faith is called actually pichal bhakti in the stage of pichal stage. Pichal means sleeper stage. If something happened, anishita bhakti. То есть это то есть такое скользкое положение, то есть неустойчивое положение, анишчита бхакти. We have faith, but the pitchil sabha, pitchil means slippery tendency. То есть, да, у нас есть вера, но, к сожалению, наше положение очень неустойчивое. Very soft. Вера очень нежная, очень легко податливая влиянию извне. We have to be strong. Она должна быть сильной. Under any circumstances, I should not change our так, чтобы таким образом, чтобы ничто не могло поменять наши убеждения. This is spirituality. Fixing our mind. Такова духовность. Fixing our consciousness. Сосредоточить наше сознание. Fixing our intelligence. Fixing our heart. For what? Should fix our heart, consciousness, mind, intelligence for the service of divine company. То есть
Устойчивость в чем? Полностью отдать свой ум, разум, тело, все на служение Божественной Чите Шри Рада Кришне. This is spirituality. Это духовность. When you're able to fix, that is we are, because we are really, really in progress in spirituality. И когда вот это произошло, то есть все, непоколебимость проявилась в этом, в такой решимости, означает, что да, мы кое-что добились, произошел духовный рост. Am I clear? Это ясно? Spiritual progress, spirituality means to fix. То есть духовное развитие, это означает непоколебимость своей духовной решимости. Only that time we are able to fix it, when we become free from all avidya. Вот в этот момент такой решимости происходит освобождение сердца от всех форм невежества. People may think you are bad. Okay, I'm bad. What to do? Кто-то может думать, что я плох. Ну да, они могут так думать. You have no qualification. Okay, I have no qualification. Они могут сказать, да ты недостойный. У тебя нет никаких способностей. Хорошо, у меня нет никаких способностей. You are rascal. I'm rascal. Ты негодяй. Да, я негодяй. But I know. I'm enjoying. My practice is make me feel enjoyment of Lord association. Но я знаю, что благодаря своей духовной практике я буду счастлив. Счастлив со служением. I don't like to lose the enjoyment. You know, spiritual enjoyment. То есть я не хочу потерять это счастье, счастье от служения Высшей Божественной Чите. Therefore, no effect, no negative energy will take place. Вот почему тот, у кого есть такое понимание, не поддается влиянию извне. Whose chitta is mind, heart, intelligence fixed already. They are not naughty. They are fixed. Те, чья чита, чье сознание таким образом сосредоточено на высшей цели, спокойны и умиротворены. They will not show their scholarliness. They will not show their devotional progress. Они не будут выставлять на показ свою преданность. Они не будут выставлять на показ свое знание. That because they are getting enjoyment. Почему? Spiritual enjoyment. Потому что такая позиция, такое внутреннее положение, понимание дарует им духовное удовлетворение от возможности постоянно служить, постоянно быть сосредоточенным на служении Божественной Чите. If you close your eyes and if you can see in your inner vision the Radha Krishna sitting under a wistful fling tree and surrounding eight principal sokis. Whenever you close your eyes, you are able to see that. Do you have any energy to open your eyes? Or you like to close your eyes? Whatever people say, let them say. What's the tree? Actually, call public show. It's called wishful tree. Тогда, закрыв глаза, если преданный может, закрыв глаза, узреть, получить, называется, получить даршан, откровение, узреть Божественную Читу, сидящим на троне под деревом, исполняющим все желания, в окружении восьми главных подруг Шримати Радхики. Разве такой человек захочет прервать это видение? Нараша. This is called fixing spiritual progress. Вот что значит полная сосредоточенность, то есть внутренняя непоколебимость. Haridas Thakur, when he was in the jungle and chanting, one prostitute came. Okay, by the way, I have to know how long I was. Мадхамангал Прабху, 9 to 12. Расписание какое? Что со временем хорошо. We must left this place.